Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуков Файмалет, с вами Денис. И я хочу начать Half-Life 2. Я понимаю, что на моем канале мы проходим первую часть, но я не могу вам не показать вторую. Мы потихонечку будем вторую проходить, потихонечку. Вот. Но первую мы пройдем быстрее, потому что там уже пройдена почти половина у нас. Вот. Поэтому всем приятного просмотра. Мы приступим к прохождению первой части. Не забывайте про лайки, приглашать друзей, не забывайте про колокольчик. А мы, как говорится, погнали, дружочек. Грузим Half-Life 2. Вот. Half-Life 2. Полураспад, часть вторая. Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего, и все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Да. Мы получим наслаждение прибытия от второй части. Не заметил, как ты сел? Бывает, мужик, бывает, да. Возможно, мы встретимся позже. Может быть. Бывает. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Вот и сами злодей. вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Капец. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити 17. На двое чуликов. Здесь безопасно. Я остановил наш поезд в лесу, и моего мужа увели на допрос. Они сказали, что он приедет на следующем поезде. Не знаю, когда это было. Хорошо, что они разрешили мне его подождать. Понимаю. Да, графика тут, конечно, шикарная. Half-Life 2. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Проходи. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил заколебал пиздец, если здесь. Честно. Цитадели. Столь заботливо предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим сюда. домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать. Мужики, я ничего не брал. Здесь безопасно. Идем. Типа комбайн. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Убирайте его. Ладно. Какие тут все? Окей. Вперед. Ну, у тебя и звук.
я должен тебе пиво. Гордон, это я, парни из черной меты. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерой. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, парни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Как неожиданно. Здорово. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспекта. Ну, парни, и что ты предлагаешь? Я думаю, думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить? Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Я тоже. Ладно, Гордон. Так. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Окей. Блин. Мужики, мне еще один ящик нужен. Мужики. Твою мать! У меня ящик получилось почти подобрать. Да. Ладно, бутылочку. Пиво спизжу хотя бы. С ней. С пивом веселей. Нет! Мое бухло. Ладно. Все. Ублюдок. О, а тут красиво. Спасибо за письмо. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей. Это? Что у тебя там? Вида. Пакет? Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право красота. Принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Блин, мужик, ты мешаешь мне скрин сделать. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Так, сначала что-то игра прям затроила. Давайте рассмотрим тот факт, маленько, что впервые в истории мы стоим на пороге. Мне бежать не дают. Уроды. Кому? Да ё-моё. Интересно. Как всегда, сначала здание, затем весь квартал. Зачем эти графики? Я пока не найду причину. Найдут. Все найдут причину. Конечно же. Офицер убит. Капец. Я больше не могу. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. На крышу. Валим. Отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство. What the fuck? Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Окей. Быстрее!
На крышу, так на крышу, мать твою. Эй, а как бежать? Нам хоть бежать скажут, как, нет? Бежать как, мужики? Ё-моё. Воу. Жёстко. Ё-красота. Кто у меня стреляет, мать его, вот так? Ай, больно. А, это нижний ублюдок стреляет. Уроды! Я даже без костюма, черти. Поганые. Ну, кстати, а чё если... В смысле? А почему тут ящик не взаимодействует? Да ё-моё. Твою мать. Я в домике. Я в домике. Мужики, не трогайте меня. Пошел в жопу. Они с двух сторон. Ай! Ай! Полагаю, ты Фриман? Да. Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Окей. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Согласен. Карты у меня нет. Я Алекс Вэнс. Мой отец работал с тобой в Черном месте. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, не разговорчив. Да не злись ты. Ты проходишь? Алекс. Помнишь его по черной мести? Старого администратора? Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Угу. Забавно, что ты появился именно сегодня. Ну, так бывает. Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Окей. Давай я куплю тебе воды. Давай. Купи. И да, кстати, рада познакомиться. Мне тоже приятно. Вот чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. Все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. Но в этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупость. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ну что, ладно? Получилось? Вот. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день.
торжественно откроем телепорт двойной передачи. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюм. Что? О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебя. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И тот щедр. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупкие, бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Окей. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. О, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит, конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, вот. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Давайте. Возьмемся. Встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думал. Он самый. И мы отправляем его прямо к тебе, в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток без массового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда включаем функцию Гильберт. Да, условия кстати, лотереи 2, 1, укус. Что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Да. Очень способная система. Ну давайте тогда переправим Гордон. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT ладно, закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передачу, и мы отправим тебя в лайк. Как раз вовремя. Прекрасно. Три, два, один,
спуск. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ламар. Гэдди! Нет! Вот он! Ламар, с ним? Да забудь о ней! Он проходит, что Ламар? Происходит, Гэдди? Я не знаю. Похоже на какие-то сомнения. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, эй, он вернулся! Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части! Вы потеряли Гордона. Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон. Вон он! Нет, опять мы его пускаем. Кто это вы? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил. А тогда где же он? Сзади. Выключай, выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Валим. Так, ну тут приколюх вроде не будет, да? Просто тогда валим. Так, парни. Эй, Гордон! В цитаделе полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Давай. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Спасибо. Вот и оружие основное. Так. Ой. Так, я сейчас проверю, чтобы на всякий случай консоль работала. Так. Это на случай всяких этих. Так, мне кажется, надо громкость музыки сделать хотя бы вот на столечко. Во. Воу. Твою мать. Так. Окей. Валим. Мы уже все знаем, как и чё. Твою мать. Ай, больно. Через каналы. Помогите! Остановитесь! Мы ни в чем не виноваты! Тебе работа, надо.
Наверное, да. 18 патронов. Серьезно. Быстрее. А можно не орать? Выходит она. Так. Поезд, ты едешь, нет? Давай. Мне ж прыгнуть на тебя успеть надо. Оу. Так. Опа-на. А я... Интересно, я могу патрончики собрать? А то патрончики мне нужны. Лишние патроны. Патрончики. Так. Оп. Оп. Халявчики. Так. Ой, слишком рано, да? Нафиг пошел. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать. Твою мать. Икс. Сволочь. Когда ты сдохнешь, мразь? Твою мать. Ты тоже сволочь. Блин, там же... Так. Валим. Валим. Где? Где эта сволочь? А там сзади сволочь была.
сука, не одна. Еще наверху? Или мне показалось? Твою мать. Сколько их? В смысле, кто это? Откуда стреляли? Кто? Ты сволочь, что сказать. Ладно. Прикольное местечко. Так. Пам, пам, парам-пам. Блин, кислород может закончиться в самый неожиданный момент. Господи, боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас? Ты не первый, кто был здесь? Это временно. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на... Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Давай. Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если Глоб поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Прислужен от... Бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Блин, он ничего не дал, это зараза. Это зараза ничего не... Ничего нам не дала. Хотя бы так. Вот и наши любимые враги. Здесь нычек еще не будет. Сюда! Помоги! Увы, мы ему не поможем. Станция 12, прием! Станция 12, как слышно? Говорит станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, ГО атакуют подземные станции. К нам поступают беженцы с 9 и дальних станций. Кажется, мы... Станция 8, как слышно? Станция 8, вы меня слышите? Донесения о манхэках подтверждены. Повторяю, они заполняют подземку манхэками. Блять, давай. Ладно. Блин!
Я F6 нажал, блядь. Вот я тупой. Блять, чё ты ко мне прыгаешь, сволочь? Твою мать! Блин, чё ко мне прыгать, мать твою, а? Да бляха. Блять. Валим тогда туда. Внимание. Уклонистское поведение. Неподчинение обвиняемого. Так, а как подобрать? Тревога, код, изолировать, огласить, исполнить. И всё? Блин, только аптечки, вы издеваетесь? Вот же жопа. Через этого бы мы спокойно не могли пройти. Ага. Сюда! И чё? Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие. Ладно. Я останусь сопровождать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Внимание, ответили 6-4-7-Е, как проверить численность. Открытая отвечу, вступает 6-4-7-Е. Чисто отбой по 6-47-10-11. Если купал, отправляй. Вот сволочи. Продолжаю поиск. Черт. Блин, кислород. Твою мать. Куда ты попёр? Сволочь. Где эта сволочь? Хрен вам. Отрядом поддержки, год 3. Как дохни ты, комбайн. Кати, кати бочку. Блять, я себя подвел. Зато... О, старый добрый вертолетик. Твою мать.
Твою мать. Воу. Сдохни, сволочь. Вот наглые товарищи, а. Блять. Так. Сдохни, сука. Все, там все сдохли. Так, тут кирпичики надо пособирать, да? Наши старые добрые кирпичики. Физика сработала, да? Физика бетончика. Подожди-ка. Ну. Там прям все кирпичи должны сработать. Все. Так, все. А, нет, еще один спрятался, да? А, нет. Куча спряталась. Так, подожди-ка. Хоп. Хоп. Я такой косой, что ли, или что? Подожди-ка. А, нет. Здорово. Валим. Блять. Твою же мать. Жестко. Ну, я так понимаю, что Ныка не здесь, да? Ныка, походу, была здесь. Так, ладненько. А здесь тоже что-то есть? Красоты. Так, здесь такую же надо фигню провернуть. Получилось? Блин, не совсем. Ладно. Блин, серьезно? Чуть не попались. О, красота. Воу. Это было сильно. Капец ты, конечно, меткий мужик.
Мужик реально из метких. Нет. Мы уже до этого мужика добрались. Не за что. Спасибо, мужик. Твою мать. По звуку, видимо, не всех убил, да? Какая там сволочь еще осталась, судя по звукам. Ладно. Шкериться нам все равно придется, да? Эти сволочи. Твою мать, где? Твою мать. Стрёмные твари, сука. Твою мать, сколько патронов я на них взъебал. И не только патронов, блядь. Чё за... Злостный нарушитель. Так. Чё здесь у нас? Жёсткие твари, однако. Оу. Сколько приколюх. И все к пистолету. Зашибись. Ладно. Ты такой любознательный был, товарищ. Тут никаких приколюх нет. Оу.
Такс. Что нам тут делать? Под воду нырять? Или как? А! Блин, быстрей! Или как? Блин, выдохнуть-то можно? Сейчас, секунду. Выдохнем. И снова нырнем в ту сторону. Стоп. Может, под водой? Да. Так, вроде вынырнули. Ага, здрасте. Так. Он Манхэттен кинул, сука. Они манхэков кидают, твари. Ты троллишь меня? Больше никого ты троллить не будешь. Сучки. Так, подожди, а как нам? Блин, я туплю. Так, тут бы на газ не попасть. Ого. Твою мать. Твою мать. Еще и газ. Да, блядь! Ты тут откуда взялся, сволочь? Так, вопрос в другом. А как нам подняться? Вот приколюху мы получим, допустим. Или не получим приколюху, подожди. Стоп. А где приколюха-то была? Чё за прикол? Или это не приколюха была? Твою мать! Сволочи. Сволочи. Калечные, при том же сволочи. Бляха-муха, как вы уже затрахали. Что, тут больше ничего нету полезного? Что могло бы мне пригодиться, да?
Ой, сейчас трешня начнется, чувствую. Твою мать. Ну ты что мне делать? Надеюсь, хоть часть хэнков этих убил. От слова надеюсь. Или нет? Сука, сколько вас тварей? Манать копать. Блять. Заполнить воду это понятно. Тут пока мы воду заполнить не можем. Логично, да? Меня вода спасла. Чё за... Так, а куда... А как мы отсюда-то прыгнем-то? Точнее, напрыгнем. Зашибись. Там ничего нет? Там тупик. Понятно. Шипит пар. Так, подожди-ка, а тут же есть еще приколюха, по-моему, да? Или нет? Да. Приколюха. Так, теперь прыгать сверху. Сюда. Потом туда, да, куда-то. Так, вы уже затрахали меня. Так, подожди, а... Воду мы там подняли, да? Да... Быстрее, 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 быстрее. Сейчас кислорода нафиг не хватит, чтоб туда подняться нафиг. Так. Хотя, конечно, я мог отстрелить. Мне неохота тратить патроны. Блин! Так, а я допрыгнул. Наконец-то. Капец, мне повезло. Так, там аптечка. И тут ничего нету, да? Ладненько. Хватит квакать. Раньше времени квакаешь. А, по мне уже кто-то стреляет, сука.
Что-то я доквакался. Чего? Откуда он? Набор рабочей силы. 6, 7 ответить код 3. Откуда эта тварь? А? Глюк, что ли, какой-то произошел. Этих ублюдков тратятся все патроны этих манхеков, блин. Кошмар. Блин. Ага. Вот нычка. Аккуратненько проходим и... А куда дальше? Подожди. Ну сюда по заданию надо было или нам надо... Полегче, полегче. Или нам по заданию сюда топать? Заданию сюда. Это там, где уже радиоактивная хрень, да? Ага. Вот и какие-то приколюхи. Текс. Что там, сколько у нас по времени? Час. Час. Угу. Ну еще чуть-чуть, конечно, можем поиграть. В принципе. Вот. Сейчас я сделаю. Тут есть автосохранение. А, нового сохранения вообще не было, да? Так, тут этот чувак. Эй! Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Ну, будем спешить, чё. Непростой будет. Так. Старые добрые. Хит-крабы, блин. Где еще? Ах ты, сука. Валим, чтобы не сражаться. Оу, ай, больно. Твою мать. Ты сдох?
Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Нахрен нам с ними сражаться, с этими тварями. Эй, доктор Фримен, я надеюсь, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Спасибо. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Блин, мне кажется, что звук надо чуть громче сделать. Доктор Фримен, садитесь же в катер. Да подождите. Я как бы стараюсь спешить. А чё она так развернулась? Ну да ладно. Так, я надеюсь, тут инертации нету. Нет. Так, мне кажется, или там приколюха была, нет? Не, наверное, приколюхи не было, да? Ладно. Привет, малыш, пока, малыш. Так. Так, мы погнали еще. Так. Водная преграда. Ух ты, блин. Ух ты ж, мать его, так. Чё, максимум патронов к автомату или к чему? Да уж. Ну окей. Я надеюсь, нормальный скрин сделал. Там был, по-моему, этот Фриман. Ой, Джиман. Так, подожди-ка. Ладно. И так сойдет. Мистер Фриман. Промахнулся. Промахнулся, говорю. Метатель всякого говна. Да, я тебе говорю, сволочь. Метатель всякого говнеца. Станция 12, прием. Станция 12, как слышно? Та ёпера СТ. Станция 12, 13.
Да откуда тут хедкраб взялся? О, что это было? Так, я не промахнусь. Нифига себе, это я себя так... Это я себя так долбанул? Морфий ведем. 225, я думал 250 будет. Ладненько. Так, подожди, а вот там, по-моему, должна быть приколюха. Нет? Показалось? Наверное, показалось. Едем, едем. Эй, лови! Ай, блядь, ослепил. Сука. Вот сучки. Так, ну я знаю, что тут бочки надо кидать. Так. Сдохни, сволочь. Тра-та-та-та-та-та-та. Half-Life вообще офигенная игра. Так. Подожди-ка. Ныряйте, друзья мои. Опа! Так. Опа! Там должно хватить или нет? По сути, должно. Что, пробуем? Прыг. Здорово. Мужики. Да блин, вылезай, ну. Так. Там приколюх не было, да? А вот и знак Half-Life. Сирены какие-то завыли. Так, а мы сможем как-то запрыгнуть? Нормально, нет? Сможем. Успеем мы. Воу-воу! Парень, полегче. Он прям нас испугал. Я смотрю. Этот парень. Так. Блин, я все путаю. Использовал я этот или как? 75. Вниманию всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Местная казнь по усмотрению. Ребятки. Гражданин, вы обвиняетесь во множественных нарушениях. Потерян первый знак отделения. Статус злостный.
нарушитель. Злостный нарушитель. Статус. Было? Ой, кому-то сейчас не повезет. Я просто думал, что что-то там будет. Загрузка будет. Так. А эти металлические, вот же. А, нет, не металлические. Так, я так понимаю, что если они закрылись, то значит они закрылись надолго, да? Угу. У него, значит, автомат. Надо будет его подобрать. Изменник. Интересно. Когда это я успел стать изменником? Угу. Гранатки у нас появились. И не только гранатки, да? Это хорошо. Значит, нужно успеть кидать гранаты. Твою мать. Так. Твою мать! Со своими манфетами. Варюга. Бесите. Сволочи. Так. Вот как вы думаете, что надо сейчас делать? А я вам сейчас объясню, что надо делать. Надо прятаться и вот в того говнюка закинуть гранаты. Да твою мать. Ну что, вытравил я тебя, сволочь. Это мы делаем для того, чтобы потом кое-каких чертей завалить. А, сейчас, ребят, я подойду. Переговоры Альянса. Секунду.
Так, я вернулся. Будем дальше чуть-чуть проходить. Так. Идиоты, товарищи. Так. А что дальше? Так, сирена — это плохо. Конечно же. Да открывайся, блядь. О-хо-хо-хо. Так. Сука, тут та тварь не сдохла. Все, в смысле, блядь? Твари. Они твари. Почему? Потому что. Так, надо взять аптечки. Гранаты, аптечки. Все, что получится взять. Да ёпарасете. Так. Отлично. Так, погнали. Щелкай меня сколько хочешь, блин. Сейчас будет многоходовочка. Так, стопай. Почему я не взял энергию? Еще? Нет, больше ничего. Ладно. Ёпарасоте. Воу. Плохо дело. И не только с этого, с этой стороны. Да, в смысле? В смысле ты не сдох? Блять. Сейчас будет непростой момент. Т.
Воу-воу-воу-воу-воу! Сволочи! Они жестко меня, твари, подцепили. Хотя бы передышку давайте. Я даже этому рад буду. Если дадите передышку. Так, подожди-ка. Сюда. Отлично. У нас уже хоть какие-то три колюхи. Да блин, ну прыгай же ты, Гордон. Красиво умер. Да. Нет. Что-то еще быстро реагирует. Воу! Твою мать! Да блять! Твою мать. Где он, сука? Блять. Сволочь. Блять, он везде будет так лупасить. Сука. Давай. Сволочи. Нет. Сука, дай мне передохнуть, мразь.
Куда? Куда валить-то? Ай! Я понял. Нет, сука. Ну что это там? Все? Обиделся, сучка. Так, ворота мы открыли, это уже полбеды. Кто? А, это вертолет так прошерстил. Окей. Охренеть. Так. А тут приколюх никаких нет. Граната. Серьезно? Нафига нам граната? Чё? И всё? Всё. Запас исчерпан. Ладно. К автомату, да? Ладно, посмотрим, может, мы еще что-то здесь пропустили. Не, нифига. А, не. Кое-что пропустили. Пистолет. Опять пистолет. Автомат. Да ёпрсте. У нас реально что, все полное, что ли? Печаль. У нас, походу, все по полной. Да. Это так грустно. А где вход был? Стоп. Выход был тут. Ну да. А, это начало уровня, наверное.